которые с ним работают, хорошо о нем отзываются. Но говорит это на все камеры, я думаю, что это некорректно и неправильно. Будет комфортно в этом плане, выгодно и тому подобное. Поэтому все вопросы, которые касаемо этой темы, их, естественно, нужно будет решать, потому что это острый вопрос, который стоит на повестке дня. Но я еще раз повторюсь, у нас будут здесь компетентные, более компетентные в этом плане мои коллеги, с которыми вы сможете более глубоко пообщаться на тему таможни, на тему налогов и на тему реформирования сложившейся системы и конкретно вашей ситуации. Просто очень Каменском достаточно неплохо ее воспринимают как будущего депутата, вернее, пока еще кандидата в народного депутата Украины. Поэтому я надеюсь, что и по ней, и по 29-му округу мы получим хороший результат. Но в первую очередь это зависит даже не от меня, это зависит от них, а от того, смогут ли они убедить людей, поддержать их, поддержать партию, поддержать мажоритарщиков и поддержать все те инициативы и задачи, которые мы перед ними ставим.